Чебоксарах продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. 10 дней назад строители приступили к очередному объекту. Четырехэтажный дом по проспекту Ленина в этом году отмечают юбилей. К 55-летию подарком ему стал ремонт кровли. Она протекала много лет, а в последние годы из-за прогнивших перекрытий потолок над верхним этажом стал угрожающе прогибаться. Крышу надо делать, потому что капают там крыши, все это, живут же, люди живут, жалуются. Дом был включен в муниципальную программу по капитальному ремонту. Так сказать, чтобы крыша не поехала. Стоимость работ оценили почти в 5,5 миллионов рублей. При этом, согласно программе, 25% затрат ложится на плечи собственников жилья. Большая сумма устроила не всех, но на общем собрании было решено, что комфорт важнее. Сложность была вызвана тем, что ремонт перекрытий производится. То есть тут перекрытия деревянные. Раньше утеплителем являлся тут, скажем, шлак, землей утепляли. Значит, местами стал проваливаться. Работа сложная, требующая ответственности, оперативности, связанная с переселением граждан, проживающих на последних этажах. Жители четырех квартир верхнего этажа временно перебрались в маневренный жилой фонд. Возвращаться будут поэтапно, по мере выполнения работ. Сдать дом, точнее новую крышу, обещают в начале марта. Анастасия Алексеева, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.